Выставка историка моды Александра Васильева «Мода и путешествия» открылась в помещении железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода. Уникальная, единственная в своем роде экспозиция представляет собой масштабную ретроспективу моделей женской, мужской и детской дорожной одежды, а также аксессуаров последнего столетия, которые ярко демонстрируют перемены в моде этого важнейшего периода в истории России. Это путешествие в модном стиле. И не только в Нижний Новгород, но и на курорты. И не только в Москву, но и на Кавказ и в Крым. Но и, конечно, в Петербург. И везде по Европе, везде, куда поезда РЖД могли доставить тех самых путешественниц и путешественников на протяжении многих десятилетий прошлого. Тема выставки раскрыта благодаря обилию багажа, дорожных вещей и теме, которая посвящена сегодняшнему сезону. Мы переживаем все-таки начало весны, а впоследствии лето, поэтому тема была не зимняя одежда, а весенне-летнего сезона.